Ожидайте. Полезная нагрузка 60 единиц живого веса. Запускайте огненный барьер. Повторяю, огненный барьер, пуск. Удачи, джентльмены. Обращаются к выжившим. Лондон объявляется закрытой зоной и будет подвергнут бомбардировке. Мы проводим последнюю эвакуацию на вертолет. Хватайте моры и дуйте в Тауэр. Алло, говорит Сондра из Воронов Ди. Мы поймали сигнал из Букингемского дворца. У тебя правда есть панацея? Невероятно! Давай быстрее в Тауэр! Весь мир зависит от тебя!
Вот оно что. Ты тут, значит, за моей спиной заговоры строишь? Доктор, вороны! Знаешь что? Хрен с тобой! Спасайся, как хочешь! Сдохни, скори, мне плевать! Ты не умеешь выживать! Никто не умеет! Ты для меня ничто! Проваливай! Вы, люди, сами хуже чумы! Я дал тебе укрытие, снарягу. Научил выживать. Без меня в тебя сожрали. И это твоя плата? Я был тебе нужен. Да, теперь ты самостоятельный человечище, нос задираешь. Но не забывай, откуда я тебя вытащил. Нужно было дать убежищу сгореть, как сгорит весь Лондон. Как и предсказывал Ди. Никакой благодарности. Вот беда таких, как ты. Гребете только к себе, как жадные дети. Не мудрено, что страна развалилась к чертям. Но не боись, я буду смеяться последним. Всех переживу. Я думал, мы партнеры. Доверял, учил. Да нужно было самому тебя грохнуть. Вали нахрен из моего убежища! Говорит живой, как слышно, прием. Веселей! Мы должны улетать из Лондона, но я обещала, что вернусь. Мне плевать, ты это или нет, но ты на той же чистоте, так что ноги в руки и беги в Тауэр. Ждем сколько можем, бегом! Давай, не мешкай, мы уже в пути.
Сондра на крыше. Я подсвечу дорогу. Не тормози и не оглядывайся.